Mazatlán. Virgen Santísima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. ¡Наконец-то, Холмс! Что нового у сеньора Уэллс? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике, как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я ей говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Ну, завтра это закончится. Нас ждет посмертие. Хе-хе-хе, да. Надо же. Мы, считай, высшей лиги. Выше нее ничего нет, Чумба. И знаешь, что я тебе скажу? Это заслужили, Ману. Готов пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Да ты что? Что? Это я тебе об этом рассказал. Чё, правда? Давно, наверное, это было. Вы кто такие, детки? Мы друзья Декстера Дешона. Он ждет нас. Эй, Декс, а тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да? Ну ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Йехо. Вот оно. Просто мой лучший отдых. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзен Форест, Бо-Бо, может даже Морган Блэкхенд сидели на этих... Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдатаев. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задании. Ах, херасе, какая красивая традиция. За то, чтобы мы разбогатели. И вошли в легенды. Кого еще тут можно выпить? Посмотри в меню. Тут одна позиция пустая. Для Моргана Блэкхенда? Ха, ну да. Морган до сих пор не может решить, умер он или нет. Ха, так никто же не знает, что с ним. Столько лет прошло, думаешь, он жив? А что? Посмотри на бестию. Наемники того времени практически полубоги. Высоковатая цена за коктейль. Все равно ж придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Ха-ха-ха. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса.
Выполняем его заказ. Мистер Дешон вас ждет. Мистер Дешон не любит ждать. Черт. Идемте. Ох и здорово ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Это пинча типа. Да, Эксельсиор. Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. А, вот и мистер Ви. Ну что, наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Алло? Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше. Уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет. Мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказал. Погулял по Кампеки Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы, без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились, или было что-то еще? Алло? Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому, с минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мы едем до Ламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо маль. Дешон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон?
Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия. У вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Как нам попасть в пентхаус? У Йоринобу почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Джеки, все нормально. Не спорь. Слушай. Я сказал, не надо. Все по-честному. Окей. В пизду все это. И последнее. В Кампеке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Что думаешь про это дело? Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Ты давно знакома с Дексом? А что? Ну, знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну так что, ты готов ехать? Поехали. Чего ждать-то? Как чего? Богатство. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дел. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты!
Эксельсиор? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум-клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Эксельсиор? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, чё ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во второй поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Декс прямо расщедрился. Он забирает себе 70%. Ты забыл, что ли? Эксельсиор. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Приближаемся к пункту назначения. Да уж, я и сам вижу. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви, позвони Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед? Погоди, я возьму болта. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в Компеки Плаза. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Компеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Компеки Плаза? Я не буду ничего объяснять. Ни вам, ни кому-нибудь еще. Мне очень жаль, но у нас есть правила, так что все-таки придется. А, вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования.
Хорошо. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не то что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Никого я не подселил. Я ее похитил. Прямо с показанной. Не знаю, как он жестко с этими девчонками. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда Мисти, когда мы завершим сделку. Приведешь, приведешь. Пошли, найдем наш номер. Нормальная маскировка. Как я выгляжу? Не ожидал, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Эту технику на нашу. Ну что, мы пришли. Номер Лазурь. Они всегда. То есть он тоже? Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, мекварду. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер. Собирался найти шахту. Болта можно запускать? Еще минутку.
Ничего не нашел? Я думал, плевое дело. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Система исправна. Заряд 100%. Мерда. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, бродер, время поджимает. У них наблюдение по всему отелю? Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм? Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юринобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. На. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть. Веди его к другой шахте. Из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано «для милой уборщицы», а внутри еще «простите, что прибавил работы». Кровище было до хрена, но он хотя бы на чай оставил. Блин, а мне максимум, что попадалось, это блевотины и гандоны. Нет справедливости в этом мире. Ну этот красивый, богатый. А, Бак, есть проблема. Всегда так и гнило. Что еще? В пентхаусе живет. У меня тут уборщица стоит. Юринобу Арасака? Надо ее отвлечь. Как он всегда с вами. Давай посмотрим, что там в сеть. Костюм-то у него крутой. Сейчас гляну. Он путешественник. В смысле, по бабам ходить любит. Я бы согласилась с ним спать. У террариума панель управления. Он об меня ноги. Вряд ли пригодится. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь.
Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Так, Болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему Болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже сука сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда Болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда Болта, а потом переключись на другую камеру. Теперь переключись на... Ви, подключай Болта к креслу. Остается тут? Будет смотреть за резидентом. Хожу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь... Почему он отказался? А кто от чего отказался? Еринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду... Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Да кого ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты это представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали. И название-то какое? Стальные драконы! Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто! Шоу начинается. Эй, Бак! Вот это... Че, все время была на связи? 3,5 часа. Слушай, насчет твоих бонов. Чьих твоих бонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Но заслужи мое прощение.
чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже правый. Неплохо быть наследником самого императора. Аж всяко лучше, блядь, сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание, сейф. Эй, а что за спешка? Что, растворился? Он в какой-то мертвой зоне. Он там, под полом. Ищите переключатель. Быстрее, Ви! Ты смотри-ка, выдвигается. Иди сюда, Ви. Дальше. Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Там кто-то летит. Бак. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Йорино обойдет пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет. Полезайте в нее. Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Impossible. Это что? Это смысл? Охранник? Хуже. Легенда Найт Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скоманеды куретты и тадаро. Мьерда. Тихо. Азуштыжи. Арасака-сама. Мадабодячеку гауатеймасен. Ватаси но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ватаси га яру. Итте куре. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Вот
私が気づかないとでも思ったのか。そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。セガは自分中心に回ってると思ってる。ごまだよ。よりのぶ。どうしてここへ。じきじきに俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど、私たちの未来を。俺たちの未来、俺たち、なんかの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の向こうには目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。Вообще творится. Юринобу. Блять, придушит Сабура. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Ви, потом будешь стоять размышлять. Сейчас надо давать по съёбам. Бамонос! Бак, вытаскивай нас отсюда. Быстро! Секунду. Нет у нас секунды. Сука! Да, есть кое-что. Давайте в окно. Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуевал.
Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диос Санто Бендито, ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Тихо, Дамато! Секретные будут приемы лица. Отвали! Еще бы немного. Его пробили. Мадрес. Это херово. Что с биочипом? Не знаю. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проем? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс! Внимание! Ты... Камбэки Плаза объявлен красным. Входим этаж. Опасность. Чисто. Просим не покидать. Принимай адрес. Отбой. И выполняешь. Если это учение, зачем сюда... Спецназ? Они в фойе. Скоро на...